Сегодня мы находимся на улице Линейной, присутствуем при сносе здания, видимо, нелегально построенного. Вот, и, наверное, мы хотим поучаствовать в этом действии. Сейчас, ну, смотрите, как это делается. А дай мне попробовать. Подключай. Давай. Эй! Погоди, я сейчас тогда. Ты наведись. Так, поехали, говори что-нибудь. Неудобно. Новый регион помогает городу наводить порядок. Ай, молодец, ай, хорошо. Молодец. Саш, какие ощущения, рассказывай. Настоящая мужская. Ой, да, вот. Работа. Совпадали мы с ним. Сейчас еще добавим. Я считаю, правильно, что нечего незаконную застройку городу, делать, правильно? Надо за деньги проводить. Правильно. Аукционы, чтобы приходили мужики и выпускали парк. Правильно. Знаешь, как хорошо, пришел и никого не хочется. Обижать. Вот, любишь, собаки. На работу надо брать. О, наболело, да, у тебя? Наболело, да. Каждый мужик должен для того, чтобы спокойно себя чувствовать, разрушить дом. Саша, ты не тем в жизни занимаешься. Я-то? Тебе не нужно снимать, тебе нужно разрушать. Да. Перерывчик небольшой. Устал. Молодец, молодец. У тебя хорошо получается. Хорошо. Тебе нужно менять работу, Саша. Смотри, какое удовольствие, какой трэш, какой драйв, а? Спасибо. Ставлю на удовольствие.